А вы можете танцевать с человеком, который вам, ну, не симпатичен? Нет. Не можете, Нет. да? А для вас обязательно, допустим, чтобы партнер был, вот нравился вам и как мужчина тоже? Нет, почему? Нет, Не обязательно. нет, ну просто он, нет, а вы знаете, почему меня поразило в одном из ваших интервью, когда вы рассказывали про Барышникова, что вы никогда не смогли потанцевать с Михаилом просто из-за параметров, что он рост. Ну да, я его выше, конечно. Да, и это будет смотреться, в общем, так. Не было жалко, что все-таки вот танцевать с Барышниковым, по-моему, это, ну, мне кажется, для Ну, любой может быть, балерины. я имела в виду какие-то классические партии, допустим, «Лебединое озеро» или «Дон Кихот», а там очень зависит от партнера многое. Ага. Хотя мне приходилось с партнерами разными танцевать, и очень высокими, и... Ну, не с теми, которые ниже вас, я так понимаю, что не приходилось с теми. Ну, в принципе, да. И поэтому там, допустим, какие-то моменты, пируэт за палец, нужно, чтобы у нас рука определенно стояла, да, вот где нужно, не вот так, да, какие-то чисто технические вещи. А как мне нравится, когда вы показываете, вот эта пластика, конечно, Да, и на самом деле, когда... Я думаю, я вообще, честно говоря, мечтала станцевать с Михаилом Барышниковым. Я даже однажды ему позвонила Потому и попросила. Что он ваш фанат вообще, он же вас любит. Я его скорее фанат. Да. Вот, я даже его попросила однажды в моем проекте поучаствовать, сделать что-то общее, но он сказал, что в Россию я не приезжаю. Боится, у меня не было возможности куда-то он боится, уехать. То есть настолько сильный зажим вот у него остался Видимо, от советской советская, эпохи, да, да, что да. он думает, что это будет билет Да. в одну сторону. Да, и на этом моя мечта станцевать с Барышниковым, даже хотя бы на одной сцене постоять рядом, она, конечно же, тут же и... А вы считаете, допустим, вообще, ну, если мы не про сцену говорим, а вот в жизни, мужчина обязательно должен быть выше своей спутницы? Жены или там, я не знаю, вот девушки, с которой он идет, или нет? Такой неожиданный вопрос. Ну, я не знаю, как-то принято так, что девушка должна быть ниже своего мужчины. У вас какой рост? 1,70 м. А у супруга вашего? Побольше. Побольше? Да. А вы смогли встречаться с мужчиной, который был бы там, не знаю, 1,60 м, но при этом был бы, я не знаю, веселый, щедрый и интересный? Ну, в моем окружении очень много таких людей, друзей, партнеров, друзей, коллег, которые очень веселые, с ними очень весело общаться. В общем-то, наверное, женщина, которая выбирает себе мужчину, она, если она особенно любит, она готова, наверное, то есть для нее это самый красивый, самый высокий или самый низкий, да? Понятно. Кому что нравится. Это все зависит от, наверное, отношений между людьми. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».